желаю песню. Не торопясь, громко, с выражением. Начали! Добрый день, радио Ваня. Это Олег Соколов. Всем привет, кто меня знает. Удачного дня. Спасибо. Все входящие, играй
не любит. Программа по заявкам. Здравствуйте, радио Ваня. Хочу передать привет твоей любимой супруге, доченьке любимой, сестренке Аленке, ее молодому человеку. А также хочу привет передать твоему напарнику Альберту еще Сафонову. Альберт, не вешай нос, все нормально, все будет окей. И желаю песенку. Ночью темной среди льдин искал, я письмо своей девчонке писал. Я писал ей, что служу далеко, и о том, что без нее нелегко. Девчонка красивая, ты так далеко. Найду твое имя я на небе ночном. Девчонка красивая, сказала люблю, неси ветер северный, к ней песню мою. А за бортом лишь седой океан, и полгода только ночь да туман. Только отблески тревожных огней, силуэты боевых кораблей. Девчонка красивая, ты так далеко. Девчонка красивая, сказала люблю, неси ветер северный, к ней песню мою. Пишу письмо, ведь завтра в поход. С головой уйдем под северный лед. Вдалеке от берегов дорогих, вспоминать нам о любимых своих. Девчонка красивая, ты так далеко. Найду твое имя я на небе ночном. Девчонка красивая, сказала люблю, неси ветер северный,
радио Ваня. Какое
ответил нам. Радио Ваня. Вечер.
ВКонтакте. ВКонтакте. С людьми. Не держит тормоза! Я тебе другая, ты мне не умеешь.
совсем другая. И будет тебе респект и уважуха. Конкретные известия на радио Ваня. Что хотим, то и играем. Oh,
Вано! Все мы братья все равно. Российская народная колоритная песня. Спой, братка. Ты гуляй, я теперь никто
ровные, ножки ровные. Ой-ой-ой-ой-ой. Прогуляли мы до темна, а потом меня к себе позвала. И тут я слышу голос твой. Ой-ой. Ой, так мне страшно спать одной. Залетела Заинька, залетел мой маленький. Доигрались мы с тобой. Что ж скажет маменька, ведь была ж ты паренькой, пока не встретилась со мной. Я. Ой-ой-ой-ой-ой. Раньше с ними только и была. Разные вопросы, разные дела. Но одна лишь ночь со мной. Ой-ой-ой. Станешь ты совсем большой. Залетела Заинька, залетел мой маленький. Доигрались мы с тобой. Что ж скажет маменька, ведь была ж ты паренькой, встретилась со мной. Йо-йо! Залетела Заинька, залетел мой маленький. Доигрались мы с тобой. Что ж скажет маменька, ведь была ж ты паренькой, пока не встретилась со мной. Ваня. Эй, подружки. Выходите танцевать. Мы сегодня будем круто зажигать. Эй, подружки. Выходите танцевать. Мы сегодня будем круто зажигать. Пакета. Мы сегодня будем круто зажигать.
Желаю песню. Ну, давай. Хочу передать привет Атарику Ахмаладзе. Там скорейшего ему прихода домой. Там АУЕ, респект, уважуха. Салам пополам. Спасибо. Желаю песню Дагестана. Программа по заявкам. Привет, радио Ваня. Я хочу песню «Мама, не ругайся». Или привет своей мамочке, любимой папе, своей сестре Саше, Тане, своим племянникам Яне, Степе и Лизе. Вот. И желаю песня «Мама, не ругайся». Мама, не ругайся, даже не старайся. Я с моим любимым пропадаю. Ничего не надо, лишь бы он был рядом. В небо я от счастья улетаю. Check this out.
Радио Ваня. Контакт. Вконтакте. С людьми. Работаем.
Люди в курсе. Ну что, не прокатило? Да сейчас шину прострелю, прокатит. Все, погнали. Радио Ваня. Ясен Руслан. Подойдите, пожалуйста, на ресепшн. Я раньше ничего не знала о политике.
книгами в его кабинете. Свет не погас, он до сих пор на службе, работает с бумагами. Он думает о будущем, думает о нас. Мой депутат не говорит красиво, мой депутат не бог и не пророк. Но то, о чем его я попросила, он обещает точно выполнить срок. Мой депутат не говорит красиво, мой депутат не бог и не пророк. Но то, о чем его я попросила, я обещаю точно выполнить срок. Проверка микрофона. Jam the nightclub, rock the disco. Jam the nightclub, rock the disco. Jam the nightclub, rock the disco.